Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Блиц. Ответы. Нуждаюсь в вашем совете. В декабре 22-го заболел язык. Пошел к стоматологу, он посмотрел, говорит, откололся коренной зуб, он травмирует язык. Удалил этот зуб, и язык болеть перестал. То есть, если действительно там раздражение идет чем-то отколотым, все ясно. Сейчас снова заболел язык в этом месте, пошел сначала к лору, так далее, мазь, тусю, 5-10. Ага, и вот что он говорит. Я сам поставил диагноз, смотря в зеркало на язык, что-то похоже кандилома или папиллома. Вот узнал про протодикамп, думаю попробовать им пополоскать, но его еще нет на руках. Как думаете, он работает в этих случаях? Может, попробовать можно. Я же ответил, что отварите погуще коры ивы. То есть возьмите коры ивы свеженькую. Вот. Отварите в пол-литра кипятка, так, чтобы, знаете, такой насыщенный отвар был. И полощите им. Попробуйте так. Так, что посоветуете? Живу в деревне, все сложно, накрутил я себя, что думать, буду благодарен. Не накручивайте себя. Это самое важное. Важно действовать. Вот против всех этих ранок, которые имеются у нас в ротовой полости, очень хорошо работают вяжущие вещества. Квас ци, потом скумпия, отвар такой травы, которая, знаете, сильно вяжет. Так, кто-то написал, только не говорите ему про копротерапию. Я не знаю, что это такое. Далее, Александр, у меня вот такой вопрос. Если у человека перевозбуждена конституция ветер, то ему тоже лучше исключить молочные продукты. Смотрите, я же вам говорил, если вы употребляете какой-либо продукт, и вы чувствуете, что он усваивается организмом, значит, используйте его. Если он не усваивается, хотя говорят, он такой полезный, он там 1000 раз полезный, он, а вы чувствуете, что от него расстраивается ваш животик, ну не идет он вам. Значит, откажитесь, но это не ваш продукт, чтобы вы понимали. Так, Сергей Матвенко тут что-то много написал. Ну ладно. Много уважаемый. От молочного мы с ребенком отказались. Сегодня будет баня для меня. Ребенок обернул хвойный отвар по кнепу. Значит, если вот не требуется каких-то манипуляций с ребенком, то есть он здоров, ничего у него там, соплей нету, не надо вот что-то его замотать, что-то ему дать. Вот себе там что-то там делайте, если вы хотите. А ребенка не надо трогать. Его надо просто-напросто нормально кормить. Выводить гулять, и чтобы у него были позитивные впечатления от общения с вами. Вот это самое главное для ребенка. А не то, что тут то дать дам, то это дам, то еще. Это в конце концов опротивит вашему ребенку, и через это и вы сами станете ему противными. А вот с голоданием проблемка. А зачем оно вам надо? Сегодняшний день я хотел 3 дня отголодать, но уже попил отвар травок и кофе без молока и остального. Зачем? Вот опять после этого голодания вы опять срываетесь на жор. Научитесь питаться, понимаете? Научитесь сначала, самое простое, это выдерживать объем. Просто-напросто объем пищи, которую вы принимаете за раз. Вот это вот, чтоб у вас. А уже потом дальше что-то будете. Дальше я, значит, почитаю так. Теперь о еде. Проверил на себе и не один раз. И 100% убедился, что свежая зелень, даже с грядки, вызывает у меня запоры. Но это говорит о том, что она не переваривается. Значит, свежую зелень, будем говорить, вы тушите. То есть для того, чтобы есть свежую зелень, и она полноценно усваивалась, давала вам силу и так далее,
Это очень непростая вещь. Надо сформировать ферментные системы, надо войти в крепость, нужную крепость, чтобы вошел у вас желудочно-кишечный тракт. Потому что вот все говорят свежее, 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 а вот оно не идет свежее. И от этого возникают вот такие вот вещи. Поэтому я вам уже говорю, самое простое, ешьте кашу с топленым маслом, подсолили и все. Вот если вот не хватает у вас ума, как наладить свое собственное питание, значит начните с вот этого и следите, чтобы у вас нормально работал желудочно-кишечный тракт. А то там с грядки будете, если еще. Кстати, я читал этот самый Майкл Джексон, увлекся вот этим здоровым питанием. Он там лазил по грядкам, собирал вот эти вот корешки зеленые, там растения, ел и так далее. И умер в 49 лет из-за того, что кучу таблеток принимал. Зачем, спрашивается, вести какой-то якобы здоровый образ жизни, употребляя огромное количество таблеток? Не знаю. Так, и только вареные овощи помогают разрешить ситуацию с этим неприятным состоянием. Ешьте кашу, серджу, кашу, такую грубую кашу. Вот. Если расстроился, вообще для всех расстроился желудочно-кишечный тракт, у вас и в стул не оформленный, значит, вы кушаете этот самый рисовую кашу. Далее все как-то подналадилось, значит, рисовой кашки меньше, там тушеные овощи. Особенно свеклу. Свеклу отвариваете и наяриваете. В воскресенье был в Белгороде, скушал там котлету с салатом из капусты, огурцов, перца, и на следующий день заткнуло. Но вот в любом случае, что я вам советую? Я вам советую вести дневничок. Кстати, это относится к Исаеву, Владиславу. Дневничок ведите не для меня, а для себя. Это вас дисциплинирует. Научитесь сами себя дисциплинировать. Вот вы ведете дневничок, ага, съели там вот то, что вы съели, вас там заткнуло, а вы записали. Значит, у вас, когда вы еще записываете, у вас лучше это все откладывается в памяти, чтобы в следующий раз вы это не принимали. Кстати, я избавился, так сказать, от слизи, то есть не просто там выгнал, перестал вот это вот все есть. У меня вернулась энергетика, сегодня я побил свой собственный рекорд, вот в этом, в тяге там, концовка в отрыве тяги, 550 килограммчиков. Вчера съел винегрет из вареного лука, моркови, картошки, приправленного домашним томатным соусом. Слишком много! И томатный соус, и так далее. Ну, много всего. Научитесь, очень важно научиться питаться без вот этих вот соусов и этих кетчупов, чтобы вы ощущали естественный вкус продукта. А когда вы вот это все перебьете соусом или кетчупом, то вы съедаете, опять-таки, знаете, вот спотыкаетесь на том же самом. Вы стимулируете свой собственный аппетит вот этими вещами и переедаете. Так, жена закатывала в банке из своих помидоров, и уже через час кишечник благополучно опорожнился, потом в течение дня еще разок. Но это благодаря тому, что свекла и так далее. А вот этот томатный соус не нужен, потому что вы переедаете. Вот и получается, что свежая полезная зелень может быть вредна для здоровья. Она не вредна для здоровья, просто ваше здоровье не позволяет ее усваивать. А раз не позволяет ее усваивать, значит, она в данный момент вам не нужна. Тушеная или еще там какая-то. А вот когда в силу войдет, и тогда запросто будет переваривать. Но на это требуется дисциплина, наблюдение и время. Вот тогда что-то начнет получаться. Запоры бывают. И вообще хочу сказать следующее. Просматриваю разных авторов на Ютубе, которые занимаются нутрициологией. Ах, какое слово! Ну, сказали бы там диетика или еще. Ну, вот что-то такое вот придумают. Ну,
просто, знаете, меня аж разрывает от ихней, якобы учености. И еще я вам хочу в который раз сказать, бойтесь вот этих вот ученых и научных открытий. Их никто не проверяет. И они живут за счет того, что на эти исследования им даются какие-то деньги, и их спонсируют. И поэтому они подтасовывают все, что угодно, такую туфту несут, что потом вы, грубо говоря, в туалет не сходите. Ну вот как тут и есть. Дальше. И вообще оздоровлением организма и нахожу ваш подход к здоровью человека наиболее сбалансированным. А что тут сбалансированы? Что тут балансировать? Я вам рассказываю не свои какие-то выдумки. Вот я выдумал систему, вот я тут это там, вот так, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я опираюсь на физиологию, на то, как работает организм, как надо восстановить организм, что надо восстановить в нем. А это все зависит от того, если вы знаете, как он работает, значит, вы ему начинаете помогать. Ну, я это много уже раз говорил, и все время одно и то же говорить. И тут вот сбалансировано, не сбалансировано. Да у меня целая наука, я изложил, основы здоровья, для того, чтобы человек создал, как индивидуальная личность, создал для себя собственную систему оздоровления и показал, на чем она основана, как это создать для того, чтобы вы жили, радовались и процветали. Нет, вот что-то там, знаете, вот я не хочу ничего с кем-то, какие-то системы сравнивать, хотя я там и для себя исследовал. Это все ерунда. Вы приблизьтесь к своему организму. Поймите, что ему надо, и тогда все станет на свои места. Будет ваша система, ну а я указал основные звенья. Индивидуальная конституция, возраст, особенность вашего желудочно-кишечного тракта. Так, объясняет суть проблемы, докапывается до ее истоков. Например, из моих авторов мало кто уделяет внимание энергетической составляющей человека, и там еще разные моменты есть, которые не буду перечислять долго. И ума у меня не хватит системный анализ сделать. Ай-яй-яй, ну куда лезет? Так, внимание, энергетическая составляющая человека. Энергетическая составляющая человека, об этом вообще мало кто знает. Вообще единицы могут разбираться. Я даже не хочу сказать, что я в энергетике организма что-то там очень здорово преуспел. Но я преуспел в основном. Вы знаете, вот можно не знать устройство автомобиля, но понимать, как его обслуживать, просто-напросто следуя этой самой инструкции. И машина у вас будет ездить точно так же и наш организм. Я особо не разбираюсь там, но тем не менее я ухватил основное, и я с помощью того, что делаю, наращиваю энергетику. Вы чувствуете энергетику. 550 килогерц потянул там мною. Представляете, какая спинища в области поясницы. Хотя до этого она у меня была там развалена. Развалена в хлам. Дальше идем. Посоветую, чем убрать сердечный отек ног, ступни. Ступни. Родному человеку 74 года, тут уже от старости все, вот эти отеки возникают. Купил в аптеке семя укропа, заварили. А что, семя укропа является мочегонным? С каких этих соображений семя укропа и отеки? Я, насколько знаю, это укроп действует для того, чтобы у нас желудочно-кишечный тракт работал. И газиков не выделялось. А вот насчет отеков, я тут как-то не понимаю, как это вяжется. Так, после второго приема отекли и стали еще хуже. Ну, если вы не знаете, как это работает, ну, чего вы делаете? Ну, чего вы делаете? В больницу идти не хочет, плачет. Ну, плачет. Вы знаете, вот человек, который не изучал свой организм, якобы говорил, мне там некогда, я еще чем-то занят и так далее.
Хотя всегда можно было найти время. И хоть немножечко мои там целительные силы там посмотреть и для того, чтобы помочь себе. Он вот так вот и будет плакать. Понайдет время и будет плакать. Не знает, как себе помочь. Или вот так вот. Чем я могу помочь? Ну хотя бы приняли какое-нибудь это, мочегонное средство. Вам доверяю. Да не доверяйте вы мне, не доверяйте, вы доверяйте своей голове. Сама вылечилась от постоянных простуд и ангин по вашим книгам, спасибо за ответ. А если мочегонного средства нету, обмотать эту ногу, сделать на нее компресс мочегонный, компресс на час, там, на полтора часа, это как идет мочегонное средство. Можно сделать, не обязательно на ногу, можно сделать на поясницу, чтобы лучше заработали почки. Ну, сердечные отеки, сердечные отеки. А почему сердце не работает? Знаете, вот просто убрать отеки, а далее, что сердце там останется, да, это наплевать. У меня отек. Короче, вот когда такие вот вещи говорятся, знаете, пожарное, вот это, потом то. Изучайте, изучайте. Более того, я же не хотите читать, я надиктовал. Надиктовал. Я столько времени потратил на надиктовку. Уж на написание я молчу. Мя. Далее. Я вот опять запустил организм, расслабилась в пище. Так и пошло, ослезнение началось. Ну, естественно, естественно. Знаете, нету, вот как-то говорят, вот я избавился раз и навсегда от, допустим, геморроя, я избавился раз и навсегда там еще от какого-то заболевания. Позвольте, практически большинство заболеваний у нас возникает на основе образа жизни. Какой образ жизни вы ведете, такие заболевания у вас и возникают. И если вы его не меняете, то, естественно, вот что-то там поделали и так далее, а потом, да, пошло-поехало, как обычно. Все это и будет. Опять все вернется. Все. Может быть, еще в большем количестве. Так, хорошо, хоть сейчас это можно контролировать. Так вот, когда знаешь, благодаря вот этому каналу, тут не просто разбираются какие-то рецепты и так далее, и так далее. То это работа с вами. Работа с вами, вот почему, что, как. Читайте, слушайте, тут столько информации, столько, море. Раньше вообще не было понятия, что с этим делать. А вот благодаря тому, что я разъясняю, получается понятие. Я уж не говорю, а кто меня учит? А для того, чтобы вот разбираться в этом, мне приходится практически постоянно этим делом так или иначе заниматься, быть более наблюдательным, какую-то информацию сопоставлять одно с другим. Наслизь пишет, меня она заколебала. Заколебала. Вот когда она меня заколебала, я, знаете, вот как-то... Вот есть такие вещи, знаете, вот вы не решаетесь отказаться от того же кофе, от того же мороженого. Ну, я вот года два, наверное, не хочу сказать, что я сидел на этом кофе, если не три. Ну, вот это вот в день это трафик выпить, стаканчик. Вот. Когда мороженое, значит, мороженое съесть и все это такое. И вот произошло, знаете, вот это вот такое какое-то ослезнение, которое, знаете, вот, у меня возникло после того, как вот это вот мороженое этого съел, фальсификатор, кофе-сальсификат, мороженый сальсификат, молоко, вот это промышленное, все это самое, фальсификат. И у меня, знаете, вот это как это самое, как бабушка пошептала, вот как отрубила, такая бах, и все. Не хочу. И не тянет. Может, потом потянет. Ну, посмотрим. Так вот, если она вас заколебала, такая, опа! И все. И сейчас, смотрите, у меня опять энергетика пру. Пошли рекорды на видос, как принимать соду, семя тмин на тратчатку. Так, скажите, пожалуйста, можно ли сделать такую комбинацию? Утром и днем принимать тратчатку из тмина, корней аира и календула. Ну, пробуйте, пробуйте.
Потому что в основном знают, что сильно действующая противопаразитарка, это, как правило, там полынь, это, грубо говоря, там тмин, это там имбирь, корица, красин. А вечером принимают смесь из тмина, полыни и расторопша. А зачем расторопша? Зачем расторопша? Расторопшу вы хотите использовать для того, чтобы она восстанавливала печень. То есть расторопша используется для того, чтобы, будем говорить, клетки печени восстанавливались. По крайней мере, так об этом говорят. Так ли это или не так, но практически все лекарства, которые направлены на восстановление печеночки, они содержат расторопшу в том или ином там виде. Вы еще хочу сказать, вы не пытайтесь себя как-то загрузить и так, и сяк, и наперекосяк, и потом не поймете, от чего у вас произошло расстройство кишечника. Чтобы вот этого не было. Поэтому что-то одно, перерывчик, что-то другое. И всего этого выбираете то, что более-менее эффективно, и вперед. Одна чайная ложка тмина, полынь, расторопши, все это перемешать в кофемолке и принимать по пол чайной ложки на ночь. Но можете попробовать, можете попробовать. Тогда паразиты будут быстрее гибнуть и выскакивать вместе с калом. При этом ставят клизмы из мочегона годичной давности. Смотрите, клизмы из мочегона годичной давности. Как бы этот мочегон годичной давности, так как этот, он становится аммиачным, очень сильно аммиачным, чтобы вот этот вот аммиачный, как кого-то, аммиачная вот эта ерунда, которая содержится в мочегоне, она вам не обожгла слизистую. Это что же надо понимать? Что это делается, как это делается? Вы можете вот этим, как, и сколько вы клизмы там хотите закачать, чтобы вы не нанесли себе вред, ну тоже как-то соображайте. Мочегон — это хорошо. Но когда появляется аммиачный запах, это очень дозированно надо там использовать для чего-то, для того-то. Заранее спасибо. Ну, пробуйте, пишите, пробуйте, отвечайте, рассказывайте, что у вас там получилось. Спасибо, мантротерапия плюс слиса, который вот она, вот это я на этом покрутил. Угу. Тадикамп помогает, слизь из бронха. Важно понимать, чтобы нам вот что-то не гнать, особенно вот слизь. Следите за своим пищеварением, чтобы все усваивалось, все работало. Не употребляйте те продукты, которые вот образуют эту слизь, которые не могут перевариться. Уже я перечислял это, молочные продукты промышленного производства, которые стоят без всякого холодильника там неделю и более. На этом будем заканчивать. И такой вопрос. А слышали ли вы о гидре в организме человека? Слышал. Подробнее можно ли это почитать, послушать? Да вы берете, набираете. Вот очень, очень просто набираете. Смотрите. Набираете. Вот Яндекс. И так и пишите. Гидра в организме человека. Можно добавить. Так, в теле человека гидра представлена лимфатической системой человека. А лимфоциты и есть клетки гидры. Это несколько не то, не то. Вот страшный паразит гидра. Доказательство того, что страшный паразит гидра. Ну, ВКонтакте кто-то пишет. Ну, давайте почитаем. На закуску почитаем. Так, большинство людей даже не знает, что же существует внутри себя такой паразит. Кстати, любая гидра, любой вот этот вот паразит, он боится очень керосина. Ну, очень боится. Если вы его употребляете, ну и противопаразитарку, правда, ну, в зависимости от того, какие травы. Но я думаю, по бабушке Буревой очень хорошо действует. Так, ну давайте. Так, это запрещенная тайная информация для людей, но если вы читаете этот пост, значит, вы готовы к восприятию данной информации. Ну что, внимали вот эту вот ерунду найти? Готовы услышать правду, я не советую распространять эту информацию, так как она предназначена для вас. Ля-ля-ля-ля-ля.
Не нужно шокировать и спасать на всякий случай. Так, с Олесей Брау, когда мы начали выкладывать эти видео, после этого некоторые автономы заинтересовались и стали создавать аппараты для того, чтобы частотами глушить гидру. Частотами. А зачем частотами? Вы заглушите этой самой запахами. Запах керосина. Пропитайте себя этим керосином. И там все разбежится. Дегтем в конце концов. Дегтярной водой. Травками по бабушке бурево, и вся это пойдет. Потому что запах — это тоже частоты. А вот, знаете, надо вот что-то придумать такое, этакое, что вот у вас вот... знаете, я сейчас вот обхожусь без вот этой вот хурды-бурды, которую тут вам советуют, частоты, местоты и так далее, и тому подобное. Знаете, вот все мозги разбили на части, все извилины заплели, особенно человеку там несведущему. Хотя есть самые простейшие вещи, очевиднейшие вещи, как эту гидру гнать и так далее. Так, ну так, частотами глушить гидру. Но мы пока ничего о них не знаем и пользуемся другими методиками. Мы используем малые дозировки ядов, как древние химики. Ага, ну ясно, можно, знаете, вот даже вот этот самый, настойку табака использует, она тоже такая ядреная, ядовитая. То же самое вы будете делать, то, что я вам сказал, без всяких, знаете, ядов, как древние алхимики, И постепенно все начинает складываться в единую картину. Так, а что касается автономов, вот есть автономы, автоботы. И еще есть повернутые люди на авто. У них других слов нет, у них все авто. Но если авто, там все на авто и работает. Что вы это самое? Но недавно заметили, что когда на малом едении или жидком питании, или длительном голодании 40 дней и более, тело все равно усыхает. Ха! Юмор, я вообще от этого всего, знаете, вот я дальше не буду читать и писать, потому что у меня взрыв мозга происходит. Голодание вносит в тело сухость и холод. Поэтому тело и усыхает. Стареет, умирает, значит, есть что-то внутри человека, что питается нами изнутри, что-то, что мы не побороли, а может быть, перейти на более высокое состояние пока, и не можем перейти на более высокое состояние, пока не убьем гидру. Ой-о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 й. Значит, я все сказал, пожалуйста, керосин будете попивать по чайной ложечке раза два в день. Где-то недельки три, и гидра сдохнет. Далее, нету керосина, значит, это дегтярную воду. Там все побегает, всякое это самое. Грибки эти, как это называется, лишаи и прочая ерунда. Ну вот столько доказательства и прочее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как-то вы меня это самое, гидра, ай-яй-яй-яй-яй. Все, до свидания. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.